Торжественные мероприятия по случаю Дня Победы, как и ожидалось, не обошлись без потасовок. Унионисты, собравшиеся в центре столицы на контрманифестацию, пустили в ход кулаки, устроив разборку с теми, кто пришел на праздничный концерт. Члены гражданской платформы «Акция-Уня-2012», пропагандирующие идею воссоединения Молдовы с Румынией, освистали российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, а также приехавших в молдавскую столицу мэтров российской эстрады Иосифа Кобзона и Льва Лещенко. Унионисты скандировали лозунги «Долой Рогозин», «Долой российская армия», «Да здравствует свобода». Йосиф Рогозин, Калино, что я вам говорю, молдавен пенист. Общественный порядок в центре столицы обеспечивали десятки сотрудников правопорядка. Несмотря на их присутствие, унионисты вели себя откровенно агрессивно. Напомним, зеленый свет на проведение 9 мая антиманифестаций унионисты и экстремистские группировки получили от генпримара муниципия Дарина Киртуака. В течение 5 мая Дунай Национале, так и будут экзистать контраманифестанции, они будут могут себя эксприме в скуару катедрали и респектив на монументу Штефан Чел Мари Сисвен. Думитору Штефан Чел Мари Сисвен. Ау, то дрепту се фака acest lucru. После того, как генпримар дал добро экстремистам на проведение акции протеста, правоохранительные органы заявили, что увеличат число патрулей в центре столицы. По данным МВД, 9 мая за общественным порядком следили более 1000 полицейских.